1 октября – начало осеннего призыва в ряды вооруженных сил России. В 2014 году срок прохождения службы для новобранцев останется неизменным – 12 месяцев. Напоминаем, что мужчины в возрасте от 18 до 27 лет являются военно обязанными и должны проходить службу в армии согласно федеральному закону о воинской обязанности и военной службе. Сегодня в военном комиссариате Чувашии накануне старта воинского призыва прошло традиционное осеннее совещание. В его работе приняли участие министр юстиции Чувашии Надежда Прокопьева, военный комиссар Чувашии Александр Макрушин, глава районов, представители районных военкоматов. Александр Макрушин подробно остановился на особенностях нынешнего осеннего призыва. У нас сейчас осенний призыв будет 1204 человека. Он традиционно меньше, чем весенний. Чем отличается этот призыв от предыдущего, я, наверное, скажу так. Ну, первое, сильно нас это не касается. Дело в том, что в связи с тем, что у нас нету военных кафедр, но ребята наши учатся в других субъектах, где есть военные кафедры, поэтому они имеют возможность там пройти обучение, после этого сборы 30-дневные, и при сдаче экзаменов, при положительном результате, они сразу же зачисляются на воинский учет, то есть получают военные билеты и в армию не идут. Это одна из особенностей. Есть еще вторая особенность. Ребята имеют право выбора, те, у которых есть высшее образование. Они, значит, могут пойти на год службы или же пойти на 2 года на контрактную службу. Что это такое? Это долго объяснять. Я хочу сказать, что у нас пункт набора на контрактную службу в республике находится на Пирогова 10. Если кто-то заинтересовался, пусть обратятся, а контрактная служба намного отличается, чем призыв. Вот. Ну вот это основные такие изменения по сравнению с прошлым годом.